Привет, давайте посмотрим вашу энергию с 12 по 20 июня. Что ждет тельцов? Так, карта. Много карт выпало, ну и ладно. Так, король кубков. Смотрите, энергия, мужская энергия, добрый человек. Контролер, ревнивый, это как бы из плохих качеств, но кому-то может нравиться, что их ревнуют, да. Мужчина, который добрый, он может защитить, обеспечить, и любящий, у него много эмоций. Это водный, скорее всего, знак, а если это не водный знак, то это вот такой вот любящий, заботящийся мужчина. Смотрите, вы можете от чего-то уходить, что-то менять в своей жизни. То есть даже если у вас все довольно-таки неплохо, там, допустим, либо это работа касается, либо это отношения, вы можете брать и что-то менять, потому что вот вы хотите по-другому. Вот. Возможно, вы на себя слишком много взвалили, вы хотите от чего-то уйти, от каких-то обязанностей. Вот эти перемены могут быть связаны с тем, что вы на себя взваливаете непосильную ношу. Это может быть на работе слишком много обязанностей на вас навалили. Как знаете, лошадь, которая везет, давай на нее еще, еще, еще. Потому что тельцы у нас, как правило, это очень ответственные люди, трудоголики, трудолюбивые. Им важно выполнять свою работу хорошо, и многие недобросовестные руководители, сотрудники могут этим пользоваться. И потом, вот смотрите, вот вы превращаетесь в такого человека, который непосильную ношу тащит на себе, да, это вот десятка жезлов. И от того, что вы где-то скинете свои обязанности, вы можете почувствовать облегчение, счастье. Вы будете понимать, что вы давно заслужили, вы давно уже это счастье заслужили. То есть вы не можете, когда вы вот так загружены, когда у вас болит голова, где деньги взять, как помочь, как там родственникам, как на работе, как все решить, вы не можете погружаться в свое счастье. Вам это мешает, мешает быть в гармонии с самим собой. И если вы вот действительно уйдете от чего-то вот, чего-то вам ненужного, от какого-то лишнего, я извиняюсь за слово, геморроя, то вы вот обретете вот это вот заслуженное счастье, которое вы давным-давно заслужили. И вот я хочу еще вот эта карта выпала. Смотрите, вы будете успешны в этот период, вы будете одерживать победу, вы будете процветать, будете понимать, что люди на вашей стороне соратники, и вы будете на коне. Вам нужно, смотрите, совет от карт такой, как я все это понимаю, картину. Вам нужно избавиться от ненужных каких-то ответственностей, обязанностей, какую-то ношу с себя скинуть, и тогда жизнь у вас наладится. Вот это тут явно прослеживается в картах. Поэтому, тельцы, имейте это в виду, обязательно обратите на это внимание. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь на канал, и на новых встреч!